Здравствуйте, это новости спорта. Меня зовут Александр Захаров, и я познакомлю вас с главными событиями этого дня. Воспитанник челябинского хоккея Валерий Нечушкин планирует вернуться в НХЛ, а экс-наставник трактора Анвар Гатиатуллин присоединился к тренерскому штабу питерского СКА. Все подробности в нашем обзоре спортивных событий. Информацию о переходе Анвара Гатиатуллина в СКА официально подтвердили в питерском клубе. Тренер, завоевавший с челябинским трактором бронзовые награды Кубка Гагарина, решил продолжить карьеру в стане армейцев. Гатиатуллин займет место на капитанском мостике. Главным назначен Илья Воробьев. Контракт заключен сроком на 2 года. Помощниками станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиатуллин. С уроженцем Усть-Катава Олегом Знарком питерский СКА и Федерация хоккея России официально расстались. Воспитанник южноуральского хоккея в течение 4 лет руководил национальной сборной, которая завоевала золото, серебро и 2 бронзы мировых первенств и, самое главное, золотые медали Олимпийских игр. Впервые за 26 лет. А петербургский клуб во главе со Знарком за 2 сезона выиграл Кубок Гагарина, Чемпионат России и Кубок Континента. Возможно, в будущем сезоне Олег Знарок станет главным тренером ЦСКА. А воспитанник челябинского хоккея, 23-летний Валерий Нечушкин, планирует вернуться в национальную хоккейную лигу после 2 сезонов ЦСКА. Об этом сообщил агент хоккеиста Марк Гандлер. Нападающего может подписать Даллас Старс, за которую он выступал с 2013 по 2016 годы. В минувшем сезоне в континентальной хоккейной лиге команда Нечушкина ЦСКА дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила казанскому Акбарсу. Валерий сыграл 50 игр в регулярном чемпионате, забросив 16 шайб и сделав 11 голевых передач. Завтра в Челябинск прибудет известный челябинский хоккеист Евгений Додонов. В субботу нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерс» проведет в Саду Победы традиционную зарядку со звездой. Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина не только продемонстрирует комплексы спортивных упражнений, но и примут участие в автограф-сессии, а также высадке деревьев. Начало в 11 часов. Напомню, что подобные зарядки со звездами проводятся в Челябинске уже 2 года. Их участниками были призер чемпионата мира по прыжкам в длину паралимпиец Вадим Алешкин, чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России Бахтияр Мухамедзянов Виктор Михайлов, а также многие другие известные южноуральские спортсмены. В эти минуты на ледовой арене «Трактор» лучшие бойцы смешанных единоборств выявляют сильнейшего в шестиугольном рейнже. Бойцовский вечер М1 Челлендж стартовал в Челябинске 1,5 часа назад. В южноуральскую столицу съехались представители Голландии, США, Кореи, Японии, Украины и России. А накануне прошло взвешивание главных участников. Вот они, участники главного боя вечера. Бразилец Бруно Сильва выглядит спокойным и уверенным в себе. На пресс-конференции перед взвешиванием называет себя лучшим. Я очень рад присутствовать здесь. Это мое 2-е выступление в Челябинске. В первый раз я выиграл. В этот раз я тоже надеюсь показать отличный бой и одержать победу, потому что я уверен, что я лучший боец на этом турнире и обязательно выиграю. Александр Шлеменко спокойно реагирует на слова оппонента и обещает показать хороший бой. Соперник тоже известен тем, что любит порубиться. И для меня тоже приятно, когда получается выигрывать в своей ударной манере у неплохих ударников. Поэтому для меня это намного важнее, если мне получится сделать нокаут. А после взвешивания происходит традиционный фейс-ту-фейс. Brazil versus Russia. Bruno Silva versus Alexander Shlemenko. Среди участников представители Франции, Финляндии, Канады, Украины, Бразилии и Америки. Турнир организован международной компанией M1 Global. Они проводят бойцовские шоу по всему миру и теперь впервые в Челябинске. Уже команда, как сказать, отточена, и мы же очень много проводим мероприятий в регионах, в Ингушетии, в Оренбурге, в Казани. Специальный гость соревнования – экс-чемпион мира Николай Балуев. Музыкальное сопровождение обеспечит популярный рэпер Джиган. А Федерация кёрлинга Челябинской области подвела итоги сезона, наградив лучших спортсменов и тренеров, отличившихся в международных, российских и региональных стартах. Они много делают для нашей области в кёрлинге, и я бы все-таки хотел, чтобы они вот именно почувствовали вот эту поддержку и дальше завоевывали какие-то медали. Мастер спорта международного класса Дарья Щукина заняла 5-е место на Паралимпийских играх в Южной Корее, а также добыла серебро в Кубке Федерации кёрлинга России и бронзу на чемпионате страны, выступая в одной команде с мужем Алексеем Фатуевым. Очень удовлетворительный результат, очень классный вот, для нашей команды вот, и для нас с мужем. Совместный результат. В планах областной федерации строительство специализированного дворца кёрлинга. Футбольный клуб «Челябинск» празднует победу и ждет, когда серебряные медали первенства России прибудут в Челябинск из Москвы. Хочется, мне кажется, уже почувствовать, потрогать, наверное, на себе как-то уже, знаете, уже
Поэтому все, что ты вложил, это вот возвращается все. Вот что-то спать будет в ней. Впервые в истории челябинский клуб забрался на вторую ступень пьедестала почета первенства России профессиональной футбольной лиги. Напомню, что в прошлом году наши футболисты завоевали бронзу. Все подробности в итоговой программе «Весь спорт» завтра в 21:40 на ОТВ. На сегодня это все. Далее происшествие с Елизаветой Болдыревой. Не переключайтесь.